Ну что, понеслась. Так, проект называется «Пенный димексид». Для этого было приобретено баллончик пены в магазине «Звероопт». Пена для бритья «Менонс» 2 рубля 19 копеек. Это $1. И димексид, который стоит 3 рубля 14 копеек. Это значит $1.5. Итого $2.5, если брать вот так. Этот димексид куда-нибудь еще пойдет на промывки. Так, вот. Дальше. Вскрываем пену. Взвешиваем его. Примерно здесь 320 грамм баллон. Нам надо, значит, 100 грамм отсюда отвалить. Задуть сюда димексид в остаток пены. Задуть сюда газ. И все. Короче, эту штуку мы щелк вскрываем. Здесь получается такая штучка. Теперь нам надо отсюда вылить лишнюю пену и залить димексид. Димексид полежал ночью в машине, превратился в лед. Ну, в общем, как. Димексид кристаллизуется, то есть превращается в лед при температуре плюс 18 градусов Цельсия. Ну, то есть он, димексид не знает, что такое шкала Цельсия, и у него своя температура. То есть он захотел, в плюс 18 стал льдом. Ну, вот. Это не значит, что он холодный, а это значит, что он просто 18 градусов, это у него. Если бы шкала Цельсия начиналась с него, то у нас бы ноль приходился на 18 градусов. А так у нас шкала заточена под воду, поэтому у нас 0 градусов считается начало. Плюс и в минус от него идет. Ну, вот как-то так. Теперь его надо разогреть. И есть сомнение, не будет ли димексид при выходе из баллона, потому что мы знаем, когда нажимаем, то идет оттуда холодный воздух, не только воздух, потому что он заполняется пропан-бутаном. Да, здесь даже в составе он как бы присутствует. Ну, здесь написано, что пропан-бутан туда-сюда. Да. Так. Вон он. Вот он. Пропан. Бутан. Ну, мы своего сюда заправим. Вот. Ну. Так, небольшое продолжение. Теперь попытался я выдушить отсюда газ, чтобы осталась пена. Но это очень сложно сделать, потому что пена также пытается выскочить. Ну, все-таки удалось немножко мне там охладить, потом медленно нагревать и выпускать газ. Вот. Теперь заливка димексида. Взял я маленький шприц, вот такой. На него одел трубочку от капельницы. Вот. Ну, и как обычно, вот. Вставляем вот так вот, нажимаем и туда загоняем. Ну, загнал пару шприцов, что-то мне это не понравилось. Загонять 5 кубовиками. Сейчас взял вот такой вот шприц и разогреваю димексид. Он лежит кумом. Вот, и уже тогда этим здоровым шприцом туда нагнать. Потом загнать газа, ну и будем дальше смотреть. Промежуточный этап. 60 миллилитров я задул туда. Осталось 40. Бутылька пустая. Попробовал оттуда давлением. Вот как-то так оно идет. Какой-то такой сгущенный получается димексид, чем мы тут потрогать. Вот такой тяжелый, с пенкой. Садится пенка потом. Вот.
Так. Да, еще вот эти трубочки почему-то трескаются. Одел не кембрик, а этот самый. Это термоусадку. Вот, через термоусадку нормально заходит. Ну вот и все. Последние задуты. Ох, тепленький какой там внутри. Прям горячий становится, слушай. Вода не такая была горячая. Он в какую-то реакцию там вступает, блин. Реально вода горячая. Ой, вода тепленькая. А там он... Ёптарь. Он горячий там. Офигеть. Офигеть. Надо газа задувать. Вот таким вот макаром задуваем туда газ для зажигалок. Нажимаем, я уже задул. Забурлело там все. Сейчас будем проверять. Итак, теперь. Впервые в мире испытание пенного димексида. Так, на чем его тут? Вот есть головка черная. Пробуем. Брызгаем. Что тут выйдет отсюда? Да, он не пенится. А, вот пошел. Пошел. Вот тут есть клапана. Так, клапаночек. Сейчас мы его польем. В общем так, попробовал я ее греть, потому что зима, он сразу практически димексид замерзает, сегодня 18 декабря, поэтому особо ничего, я феном подул, падает пена, но, так, что мы тут увидим сейчас палочкой? Результата особенного не видно. Не видно, хотя... Как бы, да, размягчается там эта вся эта помойка черная. В общем, надо ждать лета. Или греть головку тепленькую. Тогда что-то будет. Тут я вообще его высушил, димексид, попробовал феном греть. Вот. Но пена такая. Короче, надо греть. Или ждать лета, чтобы хотя бы какая-то типа была температура. Иначе так она, ну вот, да, шлам снимается, конечно, вот он, вместе с пеной. Но надо тепло. Димексид хорошо работает в тепле. А ниже 18 он кристаллизируется. В общем, все. Вот такой вот опыт. Отрицательный результат. Это тоже результат. Димексид, скорее всего, пенным сделать очень сложно. Ну, может, у кого-то получится. Давайте, дерзайте. Если ваша машинка дымит, как старый пароход.